Купила, значит, я телевизор для кота, вот с таким вот жидкокристаллическим экраном. Подготовила окно, помыла, смела снег, присобачила, насыпала. И теперь это у нас самый любимый канал. Артикул в описании, ну а ты подписывайся. Я очень ждала этого момента, когда они откроют глазки и уже будут стоять на своих лапках красивых. И мы оденем им мягкие, разноцветные, идентификационные ошейнички, маркеры именно для котяток. Эти ошейнички помогут быстро идентифицировать котенка. Все мы знаем, что кошкам очень важно и нужно кушать траву. И раньше я покупал ее за 40 с небольшим рублей. Но теперь с этим покончено, потому что прорастить траву дома — это проще простого. Туалетную бумагу без запаха нужно смять в гармошку, в образовавшиеся бороздки насыпать зерна, слегка сбрызнуть водой, собрать вместе и положить в контейнер. Затем смачиваем равномерно и обильно, чтобы бумага промокла до самого дна. Убираем в пакет и на подоконник. И где-то через 8 дней у нас выросла вот такая сочная трава. Кошка была очень довольна и ела с огромным аппетитом. Так как я единственная повинна в поломке кошачьего туалета, то я сразу же полезла на Алиэкспресс в поисках, чем бы я еще могла порадовать свою любимую кошачку. Вот такой вот монстр-конструктор мне пришел. Старалась выбирать из больших моделей, чтобы пушистой жопке было где развернуться. Все боковины соединены между собой, и их просто нужно вставить в пазы. Но от этого задача, если честно, не легче. Просто посмотрите, как я танцую вокруг этого туалета, чтобы сделать так, чтобы не было ни единой щелочки. В комплекте шла еще вот такая вот дверца в форме головы киси, которую я в итоге сняла, так как она открывается только в одну сторону. Как бы моя кошка и так тяжело переживает перемены. А вот крышка с запасным выходом мне понравилась. Как говорится, всегда нужно иметь выбор. Выглядит это великолепие вот так, и я считаю, что заказчица в итоге довольна.